Десятое место Батэ в чемпионате Беларуси, но согласитесь, то, что совсем непривычно видеть, уже давным-давно опасная атака может получиться, удар и гол! 1-0 забивает Александр Ануфриев, уже на третьей минуте очень быстрый старт от борисовского Батэ получается. Здорово, здорово! Начинает Борисов. Ну и здесь, конечно, надо разбираться, как дали пробить-то Ануфриеву. Повтор. Ну вот перехват, да, ответная атака. И здесь... Ну, в центре обороны кто-то Михнюк не доработал, получается. Еще один повтор. Один, но до взятия ворот дело не доходило. Вот еще раз повтор взятия. Ворот, да, здесь и один игрок Слуцка неаккуратно сыграл. Это Иван Юрин. И, собственно говоря, не доработал Михнюк тоже за Ануфриевым. Ну, а тот сориентировался, пробил и так над головой Ильи Барановца мяч запустил.